Приветики! С вами Милис, и мы продолжаем играть в Сибири The World Before. Мир до. Так что, если ты хочешь продолжение этой игрушки, не забудь поставить свой царский лайкосик и подписаться на канал. Денек. Если ты здесь первый раз. Так что, тебе здесь понравится, надевай наушники и приятного просмотра. Поехали! Так. Надеюсь, что... Оскар цел. Где бы он ни был... Я не брошу его. Мне нужно найти его. Ну, давай полезем в канализацию, ладно, я не против. Честно, я уже не против канализации. Полезь, давай найдем Оскара. С ним было очень весело, мне понравился. И даже мне не страшно никаких там демонов, монстров в этом, в этой канализации. Я их уже не боюсь. Так, у нас есть какие-то сейчас задания? Вернуться в гостевой дом. Все, хорошо. Больше нет ничего, значит. Да, это очень познавательная сцена. Хорошо, спасибо. Можно как-то выключить. Какие цветы красивые. Это сирень, как я понимаю, слева точно. Она так светится. Точно переборщили художники с этим. Все, мы вернулись. Пора спать. Вот, отправиться спать. Ознакомься с новостями на компьютере, прежде чем отправиться спать. Закрыто. Уже поздно. Фрау Вагнер наверняка спит. Конечно. Ты время видел. Мы ночью вернулись. Нагулялись с тобой. Кошмар. Так, почтовый ящик, давай откроем. Ого, да тут накопилось непрочитанных писем за 3 года. Стоит навести порядок. А, так-то лучше. Так, давай люди. Давай люди. Дана Роуз, давай люди. Про Дану ничего. Видимо, она так и не стала знаменитой. Правило Роза, Роза, Штроуз. Понятненько. Юна, Лени, Ринер, Юнташа. Ну, зачем они нам на самом-то деле? Давай и некролог посмотрим. Сара Уокер. А, к сожалению, после долгой болезни... Года 65 лет, Сара Уокер, она подвижница культуры, соседи, друзья любили, Сара стала теплой, ля-ля-ля-ля. Оливия вместе с своим мужем Дэном благодарит всех, оскорбит вместе. Ничего себе. А, что у нас еще? Места. Ваген. Так, столица Сет, это мы все знаем. Значит, тут, в принципе, ничего нет. Никаких новостей. Ага, задание я не выполнила. Ай, что-то не так. Значит, что-то надо еще найти там. Что не посмотрели. А. Ладно. Все хорошо. Я случайно нажала снова выйти, значит, это знак. Никого нет. Не мудрено, учитывая время. Так, наша комната справа.
США, Нью-Джерси. Осень, третий год, зима. Это кто ты, Кейти? Еще? Да, мам! А кто же еще? Кейт? Найти музыкальную шкатулку. Кейт. Это кто? Это мы? Так. В прошлый раз мама несколько дней не могла решиться вскрыть его. За кого мы играем? Кейт, блин. Я забыла, кто это? Ой, мое любимое. Открывать ящики. Книжка, подарок от бабушки и дедушки. Ой, тут что-то было. Надеюсь, не Библия. Дедушка и бабушка из Нью-Йорка подарили мне ее на день рождения. Я должна прочитать ее. Или хотя бы позагибать страницы, чтобы было похоже, что я читала. Понятно, понятно, как все работает нынче. Так, а другие мы открыть не можем. Ну ладно. Другие тоже, только верхний шкафчик. А почему все нижние закрыты? Пианино, заказанное мамой, скоро привезут. Не могу заставить себя сказать ей, что я хотела барабаны. Чьи-то Мама снова их купила. Что за таблетки? Чтобы маме было легче. Мама снова их купила. Так, наша дорогая Сара, мы с твоим папой глубоко скорбим, Ричарди, и ужасно обеспокоены твоим состоянием. Может, ты стала совсем взрослой, но мы по-прежнему переживаем за тебя. Мы так ждали тебя, ты стала нашим чудом, поэтому даже сейчас, когда у тебя есть своя дочь, нам очень больно видеть твои страдания. Ты всегда была для нас гордостью и отрадой. Просто пойми, дорогая, что мы всегда с тобой и всегда поможем. И так будет до нашего последнего вздоха. Мы сделаем все возможное, чтобы приехать весной на твой день рождения. Если захочешь, чтобы мы остались, пока тебе не станет легче, только скажи. Мы примчимся так быстро, что не успеем сказать, но не успеешь сказать, Джек Робинсон. С глубочайшей любовью, мама и папа. Ух ты! Я тоже хочу путешествовать по миру, когда вырасту. Ну скажите, за кого я играю? Я ж не понимаю совсем. Кейт, кто такая Кейт? Вот что значит чуть-чуть. Привет, не по... Привет, мам. Не поиграла пару дней, все забыла. Все хорошо, Кейт? Ну как сказать, я просто не знаю, кто я. Так что не очень. Вот бы поиграть с маминой музыкальной шкатулкой в гостиной. Хорошо, сейчас мы ее найдем. Стоп, что-то было. Вот она. А, да, мы играем за нашего персонажа. Это маленькая. Окей. Опять мы не выполнили задание побочное. Ну и ладно. На этих вообще есть какой-то толк. Музыкальную шкатулку забыла. Крошка, прошу, будь с ней аккуратнее. Сейчас она ее точно уронит или сломает. Нет.
Откуда она взялась? Я уже рассказывала. Ее мне в детстве подарили бабушка с дедушкой. Не похоже, что она из Нью-Йорка. Не знаю, она у нас уже очень давно. Что-то она скрывает. Обожаю ее. Ты всегда ее любила, чуть ли не с пеленок. Отдашь ее мне, когда вырасту? Возможно, если будешь слушаться, когда я состарюсь. И когда же это будет? Позже, Кэти. Куда она полетела? Эй, что за махинации? Кто что выпил? Кто что потреблил? Но понятно. Когда? До этого еще ой как далеко. Когда я умру? Читает это письмо все снова и снова. Зачем? Заглянуть на письмо. Дорогая Кейт, где бы ты сейчас ни была, очень надеюсь, это печальное известие дойдет достаточно скоро. Что за бред? Хочешь поговорить, Оливия? Ладно. Есть вещи и пострашнее твоего осуждения. Чего? Заняться самоанализом, прежде чем позвонить Оливии? Что случилось? Почему должна звонить Оливии какой-то? Письмо от Оливии. Так. Лучше не откладывать. И позвонить Оливии, пока есть решимость. Что читать? Угу. Так, нам нужно заняться самоанализом. Давай самоанализом займемся. Давай. Подойди к кровати. Например. Вряд ли я кого-то потревожу, если позвоню по телефону у стойки регистрации. Хорошо, но нам нужен самоанализ. Это очень серьезное дело. У тебя сейчас какие-то проблемы, походу. Давай самоанализом займемся. Вот странно. Вот ты должна идти, но ты не идешь. Что это такое? Так, ну ладно, может где-то в другом месте можно заняться самоанализом. Кем ты себя возомнила, Оливия Фостер? Легко осуждать и читать мне нотации из Нью-Йорка. Ты знаешь, через что мне пришлось пройти после того, как я оставила Ганса? Ганса? Кто такой Ганс? Я уже забыл. Ты почему не можешь пройти? Господи! Что это за женщина такая, блин? Ну? Кажется, не я одна не могу заснуть. О, кто-то прям с бокальчиком тут развлекался. Может, вот здесь сейчас вот... Сейчас не время сидеть в интернете. Не позвоню Оливии сейчас, не позвоню никогда. Хорошо. Войти. Стоп, здесь еще есть ручка. Вот, самоанализ отлично. И почему я так нервничаю из-за простого телефонного звонка? Я пересекла Европу, преодолела все опасности, но переживаю из-за какого-то звонка своей бывшей подруги.
А ведь раньше я целыми днями болтала с ней по телефону. Так чего же я боюсь? Осуждение? Вот, я пропустила похороны своей матери, потому что дробила камни на дне шахты. Оливия постоянно осуждает меня. С тех пор, как я уехала из Володилена на поезде Ганса. Это я должна осуждать ее? Разве не она воспользовалась моим отсутствием, чтобы вцепиться в Дэна? Нифига себе. Вот она я. Ковыряю старые раны. Именно от этого я и хотела убежать, когда уехала с Гансом на поезде в Сибирию. А потом путешествие с Йоколами во время сезонной миграции. Ну же, Кейт, ради бога, хватит тянуть. Просто сделай этот чертов звонок и все. Так, хорошо, вдох-выдох. Вдох-выдох. Мы сейчас сделаем звонок. Мы узнали, что какая-то Оливия украла какого-то нашего Дэна. Что она нас осуждала за все. Лучше бы пережила то, что пережила мы перед тем, как осуждать. Надо начинать с себя, во-первых. Ладно, давай поговорим, выскажи все. Тут помягче. Даже номер помнишь? Спустя столько лет. Алло? Алло? Кантин, это вы? Кто это? Скажи что-нибудь. Оливия, это я, Кейт. Кейт? Да. Боже, так странно слышать тебя спустя столько лет. Я получила письмо. Кейт, это было 2 года назад. Знаю, все было так сложно. Сложно? Ясно. Так когда ты вернешься в Нью-Йорк, чтобы посетить могилу матери? Ты знаешь, я не могу, Оливия. Меня разыскивает полиция из-за сделки по заводу Фаральберга. О, я помню, поверь мне. Знала бы ты, как сильно обвинение ударило по твоей маме. Вызовешь полицию, обыски. Ей как раз тогда поставили диагноз. Но несмотря ни на что, она надеялась, что ее дочь вернется однажды. Или хотя бы позвонит до ее смерти. Я звоню, потому что мне не все равно. Видишь ли, после смерти Катюши и побега из той шахты вся моя жизнь стала... Да, запутанной. А тут еще и девушка на рисунке, Дана. О чем ты говоришь, Кейт? Ты только себя послушай, несешь какую-то чепуху. Оливия, прошу. Кейт, я... Так, слушай меня. Я считала, у тебя было время подумать о том, как ты всех нас бросила. Меня, свою маму, Дэна и даже бедного мистера Кантина. Думала, ты хотя бы немного раскаиваешься. Похоже, я ошиблась. Ты так и гонишься за воздушными замками, забыв тех, кому ты дорога. Давайте теперь по-жесткому, раз она не понимает. Ты все? О, Кейт, стоило догадаться, что не надо просить тебя мне звонить. Прощай, Кейт. Надеюсь, ты сумеешь найти то, что ты там ищешь все эти 3 года. Одно я знаю наверняка. Ты хотела остаться одна? Одна ты и останешься. Прикольно. Минус дверь просто. Светильник в окнах. Все.
мне кажется, Оливия была не права. Она хоть бы чуть-чуть могла понять, Тарас, что мы пережили. Мы ж не просто так уехали из города, а поскольку нас обвинили и нас разыскивают. Как бы, это не по своему желанию. Ладно, ничего, найдем Остина. Будем с ним жить. Давай, просыпайся, у нас много дел. Искать Остина, твою данную Роуз, которая, возможно, уже, в принципе, не жива. Соберись, девочка. Новый день, новая жизнь. Ого, какая ты бодрая, вот это да. Еще один день в Вагине. Нужно поехать на трамвае в ту музыкальную академию, где в 30-х годах училась Дана Роуз. Если повезет, я найду там записи. Она так быстро, хорошо оправилась. Демуазель Лини говорила, что академия находится рядом с музыкальной площадью. Фрау Вагнер могла бы объяснить точнее. Ну, давай спросим фрау Вагнер. Что он об этом думает? Рада вас видеть, мисс Уокер. Ой, я как рада вас видеть. А, мисс Уокер, вы хорошо спали? Нет. Чудно, спасибо. Еще чем-то помочь? Да. Мне нужно в музыкальную академию. Не подскажете дорогу? Вам нужен трамвай на север, к музыкальной площади. Есть что-то, что я должна знать об академии? Сказать по правде, она теперь немного мрачна. А ведь когда-то это была жемчужина города. Студенты со всего мира съезжались сюда, чтобы выступать на музыкальной площади. Да. Но с тех пор она потеряла свой лоск без студентов и средств. Что ж, думаю, мне пора. Спасибо, фрау Вагнер. Если что, обращайтесь. А когда будут ночные посиделки с соком, можно к вам присоединиться? А? Думаю, только в одиночестве отдыхаете. Ладно, спросим в следующий раз. Так. Теперь нам нужно на трамвай. Удобно, что трамвайная остановка так близко к гостинице. Угу. Есть у нас какие-то дополнительные задания? Да, перед отъездом поговорить с фрау Вангер о том, что удалось выяснить. Ладно, возвращаемся обратно. Мы не договорили. Так, дело о ночном чаепитии. Хотела вас спросить, как часто проводятся у вас такие праздники ночные? Вот, например, крещение. Кажется, все связывает человека, которого я ищу, со Второй мировой войной и восстанием коричневых теней. Тогда были ужасные времена, дорогая. Особенно, когда Ваген заняли после аншлюса Астерталя. Слава богу, я родилась сразу после войны. Вот как. Полагаю, вам пришлось расти, когда вокруг были отзвуки этих событий. О, да, милая. Был целый заговор молчания, в котором каждый подозревал каждого. Даже близких друзей. Сотрудничал кто-нибудь из них с врагом? И если да, то было это по собственной воле или из-за трусости? Ответственны они так или иначе за арест или смерть близких? Это должно быть ужасно. Кошмарное время. Девушка, которую я ищу, из того же поколения. Ах, остается лишь верить, что ей удалось выжить тогда. Вчера я отправилась в лагерь Зильбершпигель. Захватывающе. Не могу не согласиться, мисс Уокер. Те горы — гордость нашего города, как и старая Лени.
Лини глубоко уважают в Агине. Она была бойцом сопротивления во Второй мировой. Так? Я слышала об этом, когда была в лагере. Лени Реннер, может, и старая ворчунья, но для нас она еще и героиня. Жаль, нельзя сказать того же об ее отце. И все же, у каждого свой крест, как говорят. О чем это вы? Не буду сплетничать. Война была мрачным временем в Агине для всех. Лучше оставить прошлое в прошлом. Как же, ну интересно же. Что ж, думаю, мне пора. Спасибо, фрау Вагнер. Мне не пора, еще не пора, мы можем еще остаться. Обращайтесь. Я обращусь, подождите, я сейчас хочу обратиться к тебе. Стой, стой, мне интересно, что с ее отцом, почему? Ладно, нам пора. Нам пора на поезд. Трамвай. Прошу заметить. Так, ты идешь или как? Иди, пожалуйста. Давай, 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 давай. Молодец. Так, теперь нам нужно сесть сюда и подождать трамвай. Нам нужно музыкальная академия. Вот, вот сюда. Путешествовать, путешествовать. Вот эти вставки такие красивые, насыщенные. Но думаю, на зеленой карте оно было бы еще получше. Потому что здесь, как по мне, все слишком мигает и мерцает. Красота. Ну что же с садоводством делать? Осень 2005 год. Вот мне кажется, или с первой серии графика стала намного лучше почему-то. Но я ничего не меняла. Очень странно. Одна мне так кажется. Напиши, если тебе тоже так кажется. Так, Вагин, музыкальный квартал. Веркехерсбет. Ладно. Я не знаю этого языка. Попытки не даются. Так, тебе в другую сторону? Ты чего развернулась? Алло, гараж, ты чего? Что такое? На музыкальную академию. Так, заняться самоанализом, прежде чем пойти в академию. Отправиться в музыкальную академию. Так, может тут друзей найдем? Поговорим с кем-то. Вот девушка, может пообщаемся, друзей заведем, кроме Оскара, которого ты потеряла в канализации. Ой-ой-ой. Как так можно? Там что-то было наверху. Там что-то было наверху, вот. Похоже, этот квартал изменился больше, чем район с антикварным магазином. Думаешь? То, что добавили неоновые вывески? Ну, не знаю. О-о-о! Тут что за название? Мусик? Масик? Мусик? О-о-о! А я бы зашла сюда. Это книжный магазин. Так, ладно. А может сюда? Одежда? Нет, нет, ну ладно, как хочешь. А может сюда? И только нет, не сюда.
Остин? Что? Там Остин. Спасите, спасите, помогите мне. Дайте моего Остина, что за дела? Положите меня! Оскар? Спорим, не поймаешь? Даже не думайте! Положите его! Сейчас же! Ладно уж. Оскар! Странно, что не послушалась. Ой, как ой, цел? Ой. Ситуация была щекотливая, но я рад тебя видеть, Кейт Уокер. Оскар, как я по тебе скучала! Неужто? Этот взрыв эмоций крайне неразумен, Кейт Уокер. Надеюсь, ты не будешь бросаться в слезы каждый раз, когда я меняю тело. Я так волновалась. Где ты был, Оскар? Ну, механический инстинкт моего носителя потащил меня. Через весь город. Я укрощал его всю ночь. А потом наткнулся на этих маленьких негодяев. Повезло, что я оказалась рядом, да? Вполне. Итак, Кейт Уокер, что случилось после нашей разлуки у реки Балатон? Ой, нам лучше присесть ненадолго, Оскар. История длинная. Да, и музыкальная академия подождет. Вот тогда демуазель Лени дала мне адрес музыкальной академии в этой округе. Понимаю, Кейт Уокер. Думаешь, я спятила, да? Ищу эту девушку Дану, которая, может быть, и умерла давно. Ну, Кейт Уокер, ты знаешь, мне трудно дается понимание нелогичного мышления. Но все-таки одно я понял точно. Тебе нужно найти ее. Все верно, Кейт Уокер? Да. Все верно, Оскар. Я рада, что ты понимаешь. Я не вижу принципиальной разницы между поиском мамонтов по всей Европе, путешествием на страусах в радиоактивной зоне или поиском двойника. Это совсем не те вещи, которые должны заботить автоматона вроде меня. Еще идеи, Оскар? Ну, думаю, я мог бы спросить о нашей цели. Но, если честно, это не имеет значения. Я буду с тобой, куда бы ты ни пошла, и покуда тебе нужны мои услуги, Кейт Уокер. Вот суть автоматонов. Ну, какой хороший. Спасибо, Оскар. Ой-ой, надеюсь, ты не начнешь сейчас обниматься, нет? Начну. Иди нет, сюда, Оскар, иди ко мне. Просто хочу тебя погладить. Я бы предпочел, чтобы ты воздержалась от этого. Почему? Я ведь не собака и не зверь. Ладно, нам пора в путь, Оскар, и тебе лучше не светиться. О боже, полагаю, выбора нет. Ну, сейчас ты в роли зверька, поэтому, в принципе, я могу тебя погладить. Куда ты его засунешь? Рюкзак? Серьезно? Так, что это? Он снова со мной. Тебе требуется моя помощь? Да нет, просто обнимашек, думала. Неужели меня так уж необходимо здесь закрывать, Кейт Уокер? Прости, Оскар, но я не хочу и не могу снова потерять тебя. Ладненько, думаю, на этом мы приостановимся и увидимся уже в следующей серии. Так что спасибо за твой лайкосик, спасибо за просмотр и не забудь подписаться. Все, всем пока-пока.